На конкурс дети читают стихи Моисеева Елена, 8 лет, сказка «У лукоморья» Александра Сергеевича Пушкина. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над бетом, и днем, и ночью кот и шаны, все ходит по цепи кругом. Идет направо, песть заводит, налево сказку говорит, там чудеса, там леший бродит. Русалка на ветрях сидит, то на невиданных дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках, сыт без окон, без дверей. Там лес и дол, видений полный, то на заре приходят волны, на брег песчаный и пустой. И 30 видений прекрасных, через дой из вод выходит ясно, и с ними дядька их Моской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, то в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет на богатыря. В темнице та царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. То в ступа с бабой игой идет, бредет сама с собой. Там царь Кощей на злато чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И я там был, и мед я пил. У лукоморья видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый своим мне сказки говорил.